Игорь, простите, пожалуйста, что отвлекаем вас от просмотра выступления, но мне сейчас очень нужна ваша помощь здесь, на сцене. От вас требуется только лишь присутствие и ваше обаяние. Прошу вас. Друзья, бывают моменты, когда член жюри ждет звонка от Александра Васильевича Маслякова и гадает, позовут его на игру или нет. Итак, представьте, квартира Игоря Верника за 3 дня до финала. Простите. Да перестань ты так переживать, а. Я тебе говорю, это Эрнст всю воду мутит. Потому что тебя зовут корпоративы вести, а его нет, вот он и завидует. Привет. Здорово. Ну что, звонил Масляков? Да не, он сидит, ждет. А мой, как обычно, без звонка, без приглашения. Я ему говорю, Лень, а ты куда собрался? Он говорит, я веселиться. Взял скейт, коньяк и ушел. Я не могу, оно у меня сердце крови обливает. Я им сейчас сама позвоню, я им такое устрою там. Подожди! Алло? Масляков? А что это вы Игоря Верника в жюри не зовете? А? Масляков? Я приеду, я вашу контору там на уши поставлю. Понятно вам? А? Масляков? Ну что сказал? Я, говорит, жюри вопросы не решаю, сейчас папу позову. Да успокойся ты! Да что успокойся, Таня? Оскорбив лошадь, они оскорбили наездника! Я, главное, как дура, всю ночь пятерку вязала. Алло. Приглашают провести день рождения Путина. Он не пойдет, у него КВН. А что так смотришь на меня? Что ты смотришь? День рождения Путина ты еще 12 раз можешь провести. А извини меня, 50 лет КВН один раз в жизни. Да что ж ты меня душу-то рвешь, а? Ну я же вижу, хочешь, ну. Ну иди поздоровайся с ребятами. Иди. Беги, беги, беги. Пойди, поздоровайся. А, побежал, побежал. Ой, Танька, что не говори, а наши мужики лучше всех.